нахожусь еще в Тель-Авиве, и сегодня у нас другие дела. Я иду в консульство. Консульство России. Для чего? Чтобы получить мой паспорт российский, потому что без этого я не могу пойти в Россию. Так что мы скоро с вами увидимся на родине. Вот, я закончила в консульстве, и теперь я полноправная гражданка России. Кстати, новое слово только что выучила. И теперь мы идем гулять чуть-чуть, и потом снова в Герцелию, как вчера, только по другим делам. Куда идем с пиццачком? Большой-большой секрет. Но расскажу я вам о нем. И еще я знаю говорить поэму Пушкина, так что все впереди у нас. Дамы и господа, я хочу представить вам мою самую любимую улицу Тель-Авива. Мне тут все улыбаются. Это так приятно, что всем это так приятно, что я сама собой на камеру говорю. Так, где я была? А, да. Где моя мама потерялась в обувном магазине. Это очень длинная улица. И Дизенгоф, это был первый мэр Тель-Авива. Тель-Авиву 100 с чем-то лет, не знаю сколько точно, но 100 лет мы праздновали, не знаю когда. И я разговариваю с вами с очками, потому что я выгляжу как ты говоришь всегда? Как в моей жизни. Как вам этот купальничек? Знаю, что вы ненавидите морковный сок, но я его просто обожаю. Я обожаю этот морковный сок. Да. Вот этот магазин соков называется Тамара. Есть кто-то из моих зрителей, который называется Тамара? А, мама говорит, что жалко, что вы не чувствуете запах, который исходит из фруктов. Этот мой ресторанчик называется Гуча, и там сифуд. Вы любите сифуд? В Тель-Авиве есть очень большая проблемка. Проблемка? Очень большая проблемка не может быть, правильно? Потому что проблемка это маленькая. А вообще-то она большая. Так что есть очень большая проблема с стоянками. Тут никогда нет стоянки. Когда я жила тут в Тель-Авиве, то кто ко мне приезжал с машиной, ему надо было ехать до моря, а там на стоянке парковать и ходить пешком до меня, что это почти полкилометра. И это просто ужас. Факир был пьян, и фокус не удался. Это хорошее изобретение слов для этой камеры. Лучше я опять буду. Смотрите, какая очередь. Ой-ой-ой-ой-ой. Потому что Тель-Авив, он очень интересный, красивый и просто изумительный. Это слово изюмка. Тогда следующая остановка – Тель-Авив университет. Но мы едем в Герцелию вообще-то. Мы едем в Герцелию. Герцелия. Я не могу говорить Герцелия. Можно говорить Герцелия. Мы едем в Герцелию. И я хотела сказать, что потому что Тель-Авив он очень интересный и красивый город, то я обожаю по нему или пешком, или на велосипеде. Но сегодня была с мамой, так что мы пешком пошли. И мы пешком до железной дороги дошли. Это очень много, но просто Тель-Авив это очень интересно, и там везде можно быть. Так что через 5 минут мы отцели, и потом мы пойдем по делам, и вы с нами. Я уверена, что вы хотите видеть, как выглядят дома в Герцелии. Какое ужасное зрелище. Какой красивый велосипедик. Мы сейчас, у нас 3:30, я еще ничего не кушала, и
находимся в кафе, которое называется Lechem Erez. Lechem Erez. Lechem Erez. И это означает хлеб Erez. Мы поговорим после того, как пообедаем. Обед или завтра? Ужин. Обед и завтра. Это... Как мы говорим, Наэль? Начальник. Русит. Начальник ресторана, кафе. Эфи. Эфи. Тогда меня зовут Эфи. Эх? Меня зовут Эфи. Меня зовут Эфи. מה זה בלוק? מה בדיוק? ביוטיוב אנחנו... אז הקדל שקשוקה, את הישראלסקי אבייד, איפה היא נזוויץ? שקשוקה. יש לי לחדית, יא וסנאות שוי יוגה טולית. זה חליבם, ארזם. נו, חליבם. ניבז'נה. סלטיק, ערבסקי נזוויץ? אריח חבידה. אריח חבידה. היא פשוט איזה הקדל שקשוקו, מייסטיס... Сыр фета. Знаете такой сыр? Что это называется? Так и называется. Фета, козий сыр. Но они не поставили его, так что сейчас они мне... Как они сейчас меня компенсируют обратно? Бон аппетит! Все ближе. Было очень вкусно, и теперь мне мама заставила кушать пирожное. Десерт. Десерт. Ну так что это? А это пирожное творожное. Это не пирожное, это торт. Ну тортик. А тут йогурт. Так? После этого мы пойдем. Наверное, уже поедем домой, потому что я самый усталый человек на свете. Я вообще не спала этой ночью, а просто нет, просто ночью я совсем не спала, а этой ночью я чуть-чуть спала. Так что. Торжественно обещаю сделать маме доброе дело, что бы она ни попросила. Торжественно обещаю сделать маме доброе дело, все, что бы она ни попросила. Даже если это мне не надо. Даже если это мне не надо. Ну, я же скажу тебе. Сначала скажи, потом посмотри. Покрасишь меня. На? Покрасишь. Извиняюсь, это была шутка. Никакого надобное дела тут нету. Маркуша. У меня мама слепая, так что если вы видите мои видео там, где вы меня нехорошо видите, и когда я себя саму не снимаю, это значит, что вы видите видео моей маминым, нет, мамиными глазами. Глазами моей мамы. Мама у меня лингвистский директор. Я уже... Только сними меня, хорошо? Я не вижу тебя. Потому что... Секунду, тут ветер. Я не вижу. Не видишь? Что значит? Не вижу тебя вообще, но себя вижу. Вижу, все, сейчас вижу. Я целый день ходила с... Поясом. Поясом. А теперь я увидела, что красивее без пояса, потому что я сняла пояс, и там было зеркало, и красивее без пояса, так что я целый день потратила на пояс. Это просто ужас. Сюрприз, смотрите, куда я вас принесла. Каньон, который я вам говорила, называется 7 звезд. А вот это моя компания телефона, секунду. Называется телефон. Вот этот Лолин, если вы смотрели мое какое-то видео, там я рассказывала про Лолин. Это этот магазин. איך אני אוהבת שכולם מחייכים עליי? אני יכולה לצלם אותך? כן, למה לא מכיר? אני אוהבת שכולם מחייכים עליי שאני מצלמת. פרופיל, כי יצאתי במאדן. לא, זה וידאו. אה, וואלה, צילם גם אותי? בטח, עכשיו אתה בערוץ שלי. תמסר דש. אני מוסר לך דש באהבה. תודה. это Eden Teva Market. видите, первое слово, это мое имя. Это... справа налево читать, это первое слово. Вот, вы видите в этом секреточки, сердечечки. Видите? Это мой магазин. В честь меня назван магазин здоровья, там... Что там есть? Натуральные продукты. Какой ты миленький. Это хамуды. Это рыбки в каньоне. Понравилось вам наши рыбки?
Все, мы попрощались с этим прелестным каньоном. Все, мы идем обратно на... Опять забыла, как это называется. На поезд. Железнодорожную станцию. И едем домой. Я буду спать всю дорогу. Отсюда до Бершевы почти... Нет. Час-полтора. Час с половиной до Тель-Авива, до сюда еще 15 минут, допустим. В общем, час 45 минут, да? В этом ты имела в виду, когда сказала час с полторами. Что? Да, Марти, час с полторами. Я сказала час или полтора. Полтора – это час с половиной. Верно. Спасибо большое за просмотр. И ставьте палец вверх, если что. Свидания, скорой встречи.